В поисках возможности поживиться за чужой счет, подозреваемый решил пройтись по территории одного из гаражных кооперативов. Заметив едва прикрытую на хлипкий самодельный замок дверь гаража и отсутствие посторонних глаз, мужчина стал действовать. С помощью подручных средств он вскрыл старый гаражный замок и проник внутрь. Действие вора зафиксировала камера видеонаблюдения, находившаяся на ближайшем столбе. Позже злоумышленник вызвал такси и погрузил в него 8 колес и 2 аккумулятора. И, как говорится, был таков. Таксист, разумеется, ничего не заподозрил. Слишком уж уверенно и по-хозяйски действовал вор. А это запись с другой камеры. На ней момент выгрузки похищенных колес, которые подозреваемый привез на продажу не особо разборчивому покупателю. Законные владельцы имущества не сразу обнаружили пропажу. В отдел полиции обратились граждане по факту хищения имущества из гаража. Похитили непосредственно 2 комплекта шин и 2 аккумулятора. 27 марта 2024 года сотрудниками полиции был задержан и доставлен гражданин, который непосредственно совершил данное преступление. Похищенным имуществом данный гражданин распорядился, реализовав его по своему усмотрению неизвестным лицам. В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. А владельцам гаражей в очередной раз напоминаем о необходимости проверить надежность замков и более внимательном отношении к сохранности своего имущества. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.